Роза Тулетаева сядет на 7 лет в тюрьму, невзирая на ее заявление о пытках во время следственных действий. Еще в апреле, во время допроса, женщина рассказала суду о зверских издевательствах над собой со стороны следователей. Судья вроде отправлял данные в прокуратуру, но те не подтвердили факты пыток. Во время допросов стоявший за мной человек толкал в спину автоматом, и кто-то из присутствующих сказал: «Вали ее». Мне говорили, что это я подожгла юрты и Альянсбанк, так как я там брала кредит. Мне не давали адвокатов. В зале присутствуют мои родственники и знакомые, поэтому я не могу рассказать все, что со мной делали. Мне стыдно. Также надо мной издевался парень по имени Руслан со шрамом на лице. Он надевал мне на голову полиэтиленовый пакет, и я теряла сознание. Мне вырвали клок волос с головы. Во время допросов кто-то кричал мне: «Если не нравится в Казахстане, уезжай обратно в Туркмению». Там я родилась, то есть меня дискриминировали. Роза Тулетаева была активисткой забастовки, начатой нефтяниками производственного филиала «Узенмунайгаз», была среди голодающих, которые требовали справедливой выплаты заработной платы. За активность Тулетаева ее родные попали под давление. Прошлым летом ее дочь Илья была арестована на 7 суток. Так закончилась жалоба Розы Тулетаевой и жительницы Жанаузена Нурсулу Тарбаевой на работницу ПФ «Узенмунайгаза» Дамеш Саргулову. Женщины обвиняли ее в избиении. Тогда Роза Тулетаева расценила это как попытку власти заставить активистку замолчать. Тулетаева критиковала работу местного Нуратана из-за бездействия представителей президента партии. Более 1000 нефтяников вышли из ее рядов. Роза контактировала с прессой, рассказывая в интервью, что местные власти и суды находятся на стороне работодателя.